Ну, вообще, Greenpeace нужно поощрять, потому что они несут добро, они следят за экологией во всем мире. Ведь если не следить за экологией, то случится так, что мы можем сами себя уничтожить без всяких там атомных войн, бомб. Вот. Поэтому следить за природой нужно. Ну, если они где-то перегнули палку, может быть, какие-то нарушили законы, я думаю, к этому стоит отнестись снисхождением. Они не в корыстных целях это сделали, а в целях, чтобы спасти природу во всем мире. Так что их можно понять и простить.